Чтобы стать кандидатом на выборах Башкана, которые пройдут 30 апреля, необходимо собрать свою поддержку не менее чем 1500 подписей жителей автономии из 9 разных населенных пунктов до 25 марта. Претендент на должность Башкана Гагаузии Михаил Формузал сообщил, сколько подписей собрала инициативная группа, которая работает в его поддержку. У нас 35 человек в инициативной группе. Мы собрали подписи 2007 человек. Все подписные листы заполнены. Мы собирали в 15 населенных пунктах Гагаузии. Особых трудностей никаких не было, но настроение у людей подавленное. Люди не хотят участвовать в выборах. Говорят, мы не пойдем голосовать, мы никому не верим. Такое состояние вызывает обеспокоенность. И я думаю, что все кандидаты должны будут хорошо поработать над тем, чтобы разъяснить людям важность этого голосования, выйти и проголосовать. Другой вопрос, как люди проголосуют, это их право. Михаил Формузал дважды избирался на пост главы Гагаузии и проработал на этой должности с декабря 2006 года по апрель 2015 года. У нас не стояла задача собрать подписи за один день. У нас стояла задача поговорить с людьми, узнать их настроение, собрать эти подписи. Мы никуда не торопились. И мы договорились с инициативной группой, что в воскресенье вечером мы все подписные листы собираем. Никакой спешки, нервотрепки, ничего у нас не было. В ЦИКе достаточно корректно приняли все документы, очень оперативно сработали. Пока претензий никаких нет. Избирательная кампания в Башкан и Гагаузии стартовала 1 марта. В ЦИК уже обратились 6 претендентов на должность главы автономии. Николай Дудогла, Григорий Увзун, Сергей Чимпаеш, Дмитрий Кройтер, Михаил Формузал и Сергей Чернев. Ирина Караман, Влад Табачук, Артем Топал. Новости ГРТ. До свидания.